Трое Паркера сегодня выпустили. 5 лет, значит. Зря ты не дал показания. Так было правильно. Он убил маму. Хоть ты и пастор, но и ты не всегда знаешь, что правильно. Надолго к нам? Вы всегда такая радушная? Я знаю, кто ты такой. Вышел, значит? Да, вчера. И вернулся? Чтобы помогать маме. Нет, никуда я не ввязываюсь. Если нужна работа, можешь помогать в церкви. Предлагаете мне работу? Похоже на то. Что случилось? Увидел, как горит грузовик, вызвал пожарных. А потом нашли. Личность установили? Судмедэксперты в пути. Поедем по следам. Какие-то проблемы? Да тебя их не было. Он свое отсидел. Этого мало. Трудно было меня простить? Да. Тогда зачем? Кто не прощает, страдает хуже всех. А я уже настрадался. Не все дается легко. Пришел отчет о вскрытии. Это не бродяга. А кто? Посмотри сам. Это умышленное убийство. От 30 до пожизненного. Есть подозреваемые? Так, догадки. Город маленький, все знают. Он убийца. Просто убийца. С чего ты взял, что он изменится? Потому что иногда даже убийце нужно немного сочувствовать. Все твои ошибки и неудачи – это все прошлое. Ты не обязан оставаться тем, кем ты был. Зов мести.